фонд «Герклеон» впервые принял участие в конференции, научно-практической конференции, посвященной проблемам спортивной медицины в Российском футбольном союзе. Нами был представлен доклад о современных подходах к аэробному тестированию футболистов как в лабораторных, так и в полевых условиях. Сегодня мы собрались для того, чтобы четко понять и определиться в объеме организации медицинской службы Российского футбольного союза. Очень много вопросов, доклады были интересные и еще продолжаются. Я думаю, что после этого совещания мы еще раз встретимся этим же коллективом, потому что задачи, которые стоят вот на сегодняшний день, это организовать полноценную медицинскую службу Российского футбольного союза. Мероприятие обязательно проводить нужно. Очень приятно, что компания «Формет» в партнерстве с «Герклеоном» представила себя. И надеюсь на долгосрочное партнерство. И говорить не умею, будем рвать мир спортивной медицины благодаря вашим врачам и нашим наработкам и оборудованию. Всех благ, удачи! Считаем это мероприятие достаточно полезным и будем регулярно участвовать и делиться своими собственными наработками и наблюдениями. Всем спасибо, всем удачи! Конференция, как вы видели, прошла в ключе плодотворном. Врачи уже поняли, что необходимо консолидироваться, объединить усилия, потому что не за горами 2018 год, когда нам придется принимать чемпионат мира по футболу. А что это такое, вы видели по жеребьевке. Это предварительно можно оценить. Это очень серьезное мероприятие. Дело в том, что во многих странах футбол возведен в ранг религии. Я побывал во многих странах, и это видел, и могу сказать, что это действительно так. Поэтому нам необходимо консолидировать усилия по объединению, вот, направить их в нужное русло, чтобы добиться высоких результатов на чемпионате мира 2018 года.